Всем привет, с вами Максимус, и мы сегодня продолжаем играть в God of War. И мы остановились на том, что встретили злостных эльфов, пинали, насадили их на копье, и встретились опять с гномом. Так что можем продолжить дальше. Что у нас будет? Еще один. Что у нас здесь? Это великанша, волшебница. Ее зовут Гроа. И? У нее были видения. Как у тебя? У тебя голоса в голове. Один убил ее за книгу? Ага. Так, Один прям жесткий. Сюда. Полезли. Куда только это нас приведет? Мы внутри. Конечно. Смейся, ахахуя. Я ж тебя это... Топор бросил. Какого хрена ты его просто проигнорировал, а? Ахахуя. А на чем они растут? Приготовься! Неплохо для начала. О, уже пацана похвалил. Уже прогресс. Так, хилки. Хилки, хилки, еще раз. Но перед тем, как найти хилки, надо... Рашкламатить вот эту хилку. Я отсюда не могу рашкламатить. Почти! Подожди, если мы сломаем... И что нам это дало? Нам особо-то ничего не дало. А, вот что. Вот, и вот. Отлично! Все. Репетик отошел. И что нам дали? Стали. Ну ладно, главное, что нам в рот не дали, и это, в принципе, уже замечательно. Кто там крепит-то, а? Так, что это у нас летело? А, это листва. Слева!
прохилились, его Спартан, в принципе, я думаю, ее сразу же... Небось, красиво было, пока темные эльфы не разрушили. Да и особо нам это не интересно, хотя бы могло бы быть и лучше. Могло бы быть и лучше. Ого! Вот это впечатляет! Каким так ты? А где? Где главный тентакли? Она начинается тут. Далее. Да, далее. Внизу. А, вон где. Нет. Что ты делаешь? Туда можем прыгнуть? А, ты хочешь прыгнуть, а не получалось? А, ну и бывает. Парень, я туда не собирался, зачем ты туда полез? Ты чё? Держишь мне? Возвращаемся назад. Открываем сундучок. Парнишка вернулся. Я сказал, что я не знаю, а ты же попёрся. Послушный, да? Броня для бедер. Ну, мы так теряем силу. Ну, получается, сила рун. Ладно, пока не будем. Пока не будем. У нас особость ударов от рун не так сильно, как хотелось. А физический удар нам нужен. Поэтому... Пока оставим. Опа. Давай, ползи. Вон там, свет. Они накрыли его этой штукой. Ну для чего? Блин, а туя. Я чувствую, белый эльф. Смотри, светлый эльф. Что он делает? О, нет. За что его убивают? Он ничего не сделал. Откуда тебе знать? Ты видишь финал войны. Тебе неизвестно, что происходило раньше. Но он не защищался. Таков проткнули. Его выбор. У каждого он свой. Трижды проткнули. Что-то, походу, его не до конца вот проткнули, чтобы утыкать его постоянно. Ah!
Я иду к тебе! Что теперь? Свет уже рядом. Ищи, где войти. Найти возвращение. Заново так не Сработало! Мосты появились! Иди за мной. Он не закрылся, случайно. Мое везение может быть под другом. Кошмары! Враг убит! Спасибо. Если они были бы сильными, было бы гораздо неинтереснее умирать. Так хотя бы есть шанс, что он умирает. Гляди в оба, сын! Осторожно! Тебе нужен целебный камень! Не встану. С какого момента? Все, я понял. У нас кто-то полный. Кошмары! Второй раунд. Да! Получай! Не ожидал? Вот и все. Я могу так. Да, вперед! Мы сдохли. Пути восстанавливаются. Нам нужно еще тогда что-нибудь открыть. Или нет? А, наверх. Вилка. Я думаю, надо как-то до этого вольнуть с титана. Понял. Да, так это... Да, это сложно.
поищем свет где-нибудь еще. Нет, погоди минутку. И по прямой этой. Вот все. Батька знает, как делать. Мне кажется, нам сюда нельзя. Тихо. Если нам сюда нельзя, мы уже сюда пришли. Значит, нам сюда можно. Ты слышал? Будь готов, держись рядом. Эй, а когда мы доберемся до света, как мы заставим его стать биврёстом? Ведьма сказала встать в него. Когда? Когда ее выбросил из этого мира. А? Почему я не слышал? Ты думал о ее безопасности, а не о нашей цели. Отец! Тихо! Я держу! Где твой нож? Обошлось. Неважно, какой. Держись рядом со мной. Да я так и делаю. И не оговаривайся. Делай, что я тебе говорю. Сейчас еще откуда-то вылезет. Вот оттуда, да? Да? Фу, оно липкое. Не, знаешь, отсюда. Гина, Дуна! Еще один! Назад! Мы немножко сократили путь, получается. Свет! Да, цель уже близка. Но нужна осторожность. Ты понял? Понял. Комары. Поносили. Вот, будь готов. Когда начнет рушиться, надо будет действовать быстро. Толпа сама себе мешает! Не отвлекайся! Сын!
ранен? Нет, нет! Ого! Красота! Все эти разлетели, да? Эльфы кончились, все, все. Свет восстановил весь храм. Он тут основа всего. Клево. Погоди. А эти куда больше не появится? Он поет. Я слышу ее голос. Я же тебе говорил. Думаешь, она там? Очень больно. Руку огнем обожгло. Ну давай, Каратас, ты смоешь. Жди здесь. Но я жди. Хочу. Ты что, внутрь здесь. Это стопор? Это на крайний случай. Ты даешь мне свой топор? Я даю тебе его на время. Жену. Если он слышит, все-таки. Это не подарок. Спасибо. Давай, ходи. И давай с третьего раза. Вошли свет, тут что тьма. Это? Мешочек. Фэй. Идем за мешочком Фэй. Пошли. Пожалуйста, вернись. Ты оставила меня тут. Атрей. Воспоминания. Куда? Куда мешочек делся? Ладно, пойдем сюда. А он всегда уходит. Его никогда нет рядом. Я ему не нужен. И не буду нужен. А вон нагонек. Идем за светом. Вот наш дом. И... Я не знаю его, а он не знает меня. И, похоже, не хочет знать. Я сильный, я умный, я не такой, каким ему кажусь. Я же лучше знаю. Да и Кратос, скорее всего, переживает о тебе, а ты такой просто. Он со мной не говорит, не учит меня ничему. Лучше бы это он умер, слышишь? Он, а не ты. Интересно, как узнать, что, почему умерла Фэй? Но... Я это не всерьез. Ты же знаешь, я его люблю. Просто хочу, чтобы он был хорошим. Я знаю, он может. Да он старается. Кратос старается. Если он попытается, я тоже. Но если нет... Прошу, вернись. Я знаю, что ты меня слышишь. Ладно, пойдем дальше. И зачем мы сюда откатились? Интересно, покажут, нет? Но музычка дает знать, что должна как-то появиться. Фэй. Подожди! Вернись! Нет! Нет! Что ты наделал? Зачем ты это сделал? Я тебя спас! Ты попал в ловушку! Я ждал и ждал, но ты не выходил! Я сам тебя вытащил! Сын! Меня не было несколько... Несколько часов. Ух ты. Мгновений. Нет! Ты ушел туда очень давно! Значит, этот пацан... Я не знал, что делать! Ты бросил меня! Опять! Но тебе же плевать! Я... Не может быть. Ни хрена себе ты тут скромсал, не зря. Идем, пока они не вернулись. Надеюсь, ты нашел, что хотел.
Нет. Зарядился. Да. Смотри, вот выход. Но нет света, мост не появится. Мы тут застряли, а ведьмина тетива бесполезна. И я? Мальчик, твой лук. Сейчас зарядим его. Давай-ка. Во. Все, давай. Вы получили стрелы света. Стреляйте ими в кристаллы, чтобы зарядить им светом Альхейма. Да, давай. Вы получили стрелы. Так, окей, стреляйте ими в кристалл, чтобы... Окей. Давай, парнишка. По моей команде, выпусти стрелу в камень. Сработало! Теперь можно возвращаться. Идем. Все, побежали. Я-то думал, у нас все еще не было чуть-чуть. Лестница завалена. Вон там, впереди световой кристалл. Надеюсь, он поможет нам выбраться из этого дурацкого мира. Ты про этот световой кристалл? Домой такой принести. Был бы нужен. Я не хотел терпеть. Не попал. Попал. Ты опять наверх лезем. Лезть наверх. И что? Прыжок. Мы вернулись сюда же. Мы вернулись сюда же. А для чего? А это уже не... Попали сюда, нам надо пойти туда. Чтобы пойти туда, надо что-то сделать. Что мы можем сделать? Надо с помощью тыкать. Вижу.
это надо сломать. Я не понимаю, мы сломаем ничего. Может быть, нам надо залезть наверх? Я думаю, что это вот так. Мы вернемся сюда. По этой траектории мы особо не видим. А вот походу вот здесь можно разнести. Вот так. Нет, мы не можем. Не можем, потому что нам надо попасть как-то вот с той стороны. А если мы это крутим? Вот этот камушек. Нет, крутить. А, нет, крутить. Сможете залезть? Вот сюда. Не можешь. Значит, камень по-любому должен остаться вон. Чтобы открыть мост. Парень, ты смог. Смог, а я вот пришел. Какие у нас еще варианты есть? Если попасть в лука. Понятно. Нам надо залезть наверх. Мы залазим наверх. А зачем мы залезли наверх? Лишь один проход. Головоломка, головоломка. А что же нам делать-то? Если вы видите, чего она ломает? Только по одной траектории. Вверх.
Ну, походу, я допёр, что тут надо делать. Надо было по... мост. Вот. Я зажгу кристалл, если скажешь, откуда стрелять. Пора возвращаться наверх. Все, вот теперь. Тупили, раступили. А я могу тупить, блин, на самом просто. Вы вообще видите? А мы вот. Пусти батанина! Сильный эффект ослабления. Ну да, стоит. Скрытый навык мы не можем. Ледяной порыв. В прыжке. Сильный атак, лево под серия слабых атак, защищающий сильным ударом. Ну, думаю, нужен. В принципе, можно что смотреть, почему. Лишним это не будет. Хотел ящика, вы меня не видите. Слабрунская атака. Нет, мы это стоять не будем. Трей, куда ты делся? Только... А, вот. Давай, смею, нифига.
Если... И тогда хватит, ну, не пойдет. А вот так... Он летит. Замечательно. А ладно. Будем искать... другой метод. Прохода сюда. Тупой. Чё это? Не так хотел. Куда ты его несёшь? Да вот сюда. Куда его ещё нести? Тут больше вариантов. Сын, иди познавай информацию. А сказать, что ты прочитал? Нет? Добавлена легенда. Легендарная легенда. Смотри, синяя дверь, которая не дверь. И чаша песка. Окей. Но как же я до нее доберусь? Надо оторвать камушек и отнести наверх. Будешь везде его носить? Может быть. Ну что, у нас другие варианты. Если ты знаешь, как его открыть, прошу, открывай. Я думаю, ты особо это не знаешь. Так что, нет, ты... И... Опа-ля. Что у нас здесь? Опять подсказки. Ага, где они у нас на этот раз? Может, не будем грабить священное место, а просто уйдем? Если я захочу узнать твое мнение, я спрошу. Да, нет, они не шесть. Я пока не пойму, где остальные. Одна, вот она. Другие. А где другие? У нас не слишком много времени, получается, должны где-то быть рядом. Поле видимости. Видим. Может, пойдем уже? Да подожди ты. Надо сундук открыть. Там в любом что-то важное. Мы его оставим. Кому он там лежит, он уже не нужен. А нам по-любому может привести. Другие кубышки. А вот она, вторая кубышка. Вот замечательно, где-то. А он что? Еще раз.
что у нас здесь? Две карты. Три стрелки. Так, ярость увеличена. Вот. Все. Ярость увеличена одной. Все, парень, что ты тут засиделся? Я могу попасть в сухари. Ну, через верх. Где еще? Что? Ты же знаешь, как это? Даром нет, а я знаю. Давай, откручивай. Вот, и вон туда засунем. И все. И сезам откроется. Теперь можешь достать до чаши. Ну да. Ну да. Что это значит? Семя. Запомни форму. Ну, ясное дело. А, чаша вон. Ну. Как нам попасть к этой чаше? Вопрос-то интересный. Серьезно, как туда... А, вон, вижу. Дорогу я вижу. Я пока не вижу, как туда забраться. Ладно. Опять дорогу видно. Ага. Это замечательно. Сюда подъема нет. Туда подъема нет. И при этом камень должен быть тут. Куда вообще заправиться нужно? Двери мы не можем. Нигде ничего не можем. Прямо замечательно головоломка. Я прям даже не знаю, как туда попасть. Тут этих камушек надо забрать. А ничего тебе не даст. Вот он. Вот ты попал. Вот он. Мост. Ага. Я начал понимать, как туда попасть. Думал, где-нибудь стоит проход, который я тут мимо бегаю, а его не вижу. Сюда? Ну, конечно. Ходим мимо и даже понять не можем, что тут происходит. Вообще, парень, давай. Рисуй. Ну, давай. И муж, и звери, и яблоня. Все начинается с меня. Да, это семя. Глупый загадок. Вот эта дверь открылась. И все-таки это дверь. Все-таки я был немножко ближе к тому, чтобы провалить что-то, но... Светлые эльфы. Чувствую, что светлые эльфы — это бабы.
темные-то мужики. Они решили истребить половину. Отлично! Снова этот рогатый. Что ему теперь-то нужно? Он меня бесит. Он еще вернется. Вернется, не вернется, но тут светлых эльфов стало больше. Ну вот, лодки нет. Больше. Она все еще на другом краю озера. Вернемся так же, как пришли, на подъемнике. Ага, ладно, пойдем по этому. Нет, я думаю, можем пока здесь остановиться. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока, до новых серий.